С 1 апреля в Крыму ввели ограничения на вылов рыбы во внутренних водоемах. Это связано с началом весеннего нереста, который продлится до 31 мая. При этом в море ловить рыбу пока можно. В Крымском отделе Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства напомнили, что запрет на добычу пресноводного рака действует с 1 января по 15 июля. На вылов камбалы в Азовском море, Черноморском проливе и заливе Севаш с 1 января по 14 июня. А с 1 мая по 15 июня нельзя будет ловить бычков в Черном море. Нарушителям правил рыболовства грозят штрафы. Для обычных людей от 2 до 5 тысяч рублей, для предприятий от 100 до 200 тысяч рублей. Кроме того, по закону предусмотрено возмещение ущерба, нанесенного водным биоресурсом.